Здарова, бандит, с вами Осич, и решил снять видео про самого быстрого игрока FK Mobile, FIFA Mobile. Вы думаете, что это Киллиан Мбаппе или Кьеза? Но нет, самый быстрый на данный момент это Муса Диаби. Ну да, пошел я нахер. Или Диаби, да похуй. Короче, этот игрок, ему всего лишь 24 года, он старше вас, наверное, на все 16 лет. Вот, за свои юные годы он уже успел сыграть в ПСЖ, в юношеской как бы команде, потом в основной, в Байере, причем в Байере он забил 31 гол, сыграл 125 матчей, а сейчас играет в Астон Вилле и уже отличился минимум 3 голами. Так что давайте не будем слишком сильно про него разглагольствовать, мы понимаем, что он самый быстрый игрок с пейсом 101, таких еще нету в FK Mobile, в нашей новой игре, и давайте сыграем за него пару матчей, пройдем турнирчик, попробуем, по крайней мере. Мы выбрали бичариков самых. Вот. Таким образом выглядит наш состав. Слева на фланге у нас чувак, которого ебануло молния, нихуево, причем так, что у него аж волосы в разные стороны зашлись. Нападающий просто убийца, нахуй. Своим только взглядом он уже тебе делает, дает понять, что... Не, пацан, беги, вратарь, блядь. Справа на фланге у нас... Конечно, на ПВшнике стоит ППшник, сам Диаби. Рейтинг его немного снизился, но я думаю, сильно от этого показателя не изменится. Потому что на ППшнике от него меньше толка будет, чем от ПВшника. В ЦПшнике у нас чувак с шевелюрой, на который все собаки города накинутся и побегут за ним. И поэтому это у нас вот этот межбри. По центру челик у нас, который вообще забыл сфоткаться на паспорт. Прикиньте, вот приходят к челику и говорят такие: ну чё, сегодня тебе надо фоткаться на FIFA. Он: какая FIFA, у меня тут дворовый чемпионат. Справа у нас чувак, который забыл закончить стройку и пошел играть наш матч, турнир. Слева у нас вообще, я не знаю, как комментировать этого ушастого веселого человека. По центру защиты челик, который обмазался маслом, и он просто блестеть, он будет ослеплять нападающих просто своей этой грациозностью. Правый центральный защитник у нас чел, который вообще не понимает, не вкуривает, что происходит, поэтому даже смотрит не в камеру, а просто куда-то влево. Справа на защите тоже чел, который забыл сфоткаться на паспорт, такой тоже, блядь, кто это такой? Мы даже не знаем, как он выглядит, но мы понимаем, что это Лопес. На воротах у нас чувак, у которого разрешение, конечно, 720, в принципе, но, надеюсь, мяч он отражать будет. На замене у нас Сникерс, Баунти, Милки Уэй, чувак, который забыл делать стройку, тоже почему-то он на замене у нас сидит. Чел, который не сфоткался на паспорт, вратарь вообще вообще, он понимает, что мы уже все проебали и заранее уже сфоткался, плакая. Ну и какой-то красавчик последний, вот. Рейтинг у нас 69, стоимость 16,5 миллионов монет, из которых сам Диаби стоит 14,5 миллионов. Начинаем быстрый матч, всего лишь у нас 591 тысяча кубков. Все, соперник найден. Сейчас соперник просто охуеет с нашего состава. Он такой рот. Рейтинг у него 90, 89, 89 и у нас просто 74, 68, 68. Расстановка у нашего соперника простая. Давайте посмотрим. Его расстановка 4-1-2-1-2. Наша расстановка на этот матч не проебать. Вот, такая у нас расстановочка. Чувак просто в хуй смотрит на наш состав, особенно нашего вратаря. Итак, смотрим, где наш Диаби. Диаби у нас с номером 7 на правом фланге. Он является капитаном команды. Ну и все, погнали мои машины для убийств, юные. Ебаный рот. И на Диаби. На Диаби, Диаби, Диаби перехватил. Диаби с мячом. Диаби с мячом. Нихуя, что он вытворяет. Что он вытворяет? Какие грациозные движения. Ну, блядь, нас перехватили. Понимаете, мы не пальцем деланы. Давай, Сун Хуньчжуй. Да, мазанный маслом челик выбивает мяч, но, к сожалению, этому атака не заканчивается. И вратарь. Вратарь просто испугал соперника. И пас на Мусту. Муста Диаби, погнал, это твой шанс, эх. А вратарь у нас что-то... Куда ты, Сун Хуй Мин? Ты куда побежал? Распродажа энергетиков из Южной Кореи еще как бы не сегодня. Что творят эти чуваки? Что творят? Пас на Мусту Диаби. Ох. Нет, таким составом на самом деле ты пи***ц, как играть, вы понимаете? Понимаете? Я не понимаю. Либо соперник против нас очень слабо играет, ну, походу, Сун Хун Мин. Понимаете, наш вратарь пугает настолько аж самого Пеле, что Пеле просто мимо ворот бьет. Оп, разыгровочка, стеночка. Диаби с мячом. Диаби, оп. И далее лонгшотик, проверяем вратаря. Что? Вы посмотрите, какая красота. Что он зарядил? Что это такое, блядь? Вратарь просто в ахуе был. Так, Сун Хуй Мин, несмотря на то, что разрешение у него не Full HD, все... Нет, все-таки разрешение у него не Full HD, это однозначно. Он сам в ахуе, когда он зарядил мячом. Допни ты, ладно, даем фору мы сопернику. Пас на Мусу, Муса Диаби с мячом. Дальний лонгшотик и еще один. Ах, вратарь, анана. Замена, да, выходит. Три наших чувачка.
Выходит Mars Bounty Sneakers. Вратарь, конечно, не такой уже грустный, как был на фотографии перед началом матча. И на этом, в принципе, матч заканчивается. Вот так вот у нас Муса Диаби показал себя в первом матче. Какую красоту он зарядил. Вы просто видели это? Еще раз повторчик смотрите. Вот это красота. Просто. Даже не хватает слов описать эти эмоции и чувства. Ну, вот эту красоту, конечно, которая нас, похоже, еще и повышает в дивизионе, нет? Да, мы еще и повысились в дивизионе. Теперь мы первый мировой класс. Вау, как это круто. А может и нет. Вообще похуй как бы. Вот в таком составе у нас Муса Диаби забил первый свой гол. Какую красоту он заложил. Вот такой вот у нас игрок. Самый быстрый игрок в FK Mobile. Не знаю, как он вам. Обязательно, кстати, ребят, пишите, какой у вас состав, какой у вас самый быстрый форвард. Вот так вот интересно. Какой самый быстрый игрок у вас, в вашей команде? Пишите комментарии. Интересные комменты про лайкаю. Также, кстати, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всех обнял, поднял. До следующих видео.